Так, ладно, все. Погнали, отдадим душу демона и... Стоп, что? И возьмем ключ у Франы, но почему в комнате менеджера у меня эвент не с Франой, а с этим сраным эльфом? Эй, где Франа? О, господи. Только не говорите мне, что она сделала то, о чем я сейчас подумал. Так, записка на двери. Я возвращаюсь домой на некоторое время. Франа Пендл. Похоже, Франы нет. Ой! Эй! Она вернулась домой. Управляющая все еще не вернулась. Я думаю, что она вернулась домой. Как сказано в ее записке. Фума, что, серьезно? Теперь можно делать беспредел? Но мы же не будем ее выключать. Так, почему? Я вернусь позже. Почему же? Я не знаю. Но я не могу сказать, о чем она думает. Это нечто касающее девушек. Ну, в любом случае. У тебя же сейчас есть свободное время, да? Нет, чувак, у меня нет свободного времени. Отвали от меня, я боюсь тебя уже. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что? Давай коротко. А если я скажу нет? Я знаю, что ты тоже этого хочешь. Не лги, не лги самому себе. Ладно, встретимся в холле позже. Ребят, почему-то это очень подозрительно. Блин, надо сваливать из этой гостиницы. Реально. Нет, или лучше вышвырнуть вот этого эльфа к чертям собачьим отсюда. Я, ваза-ваза вары, не? Спасибо, что пришел. Ну, я бы не пришел. Я, если у меня был выбор, я бы не приходил. Ладно. Лизерем оказался очень счастливым. Как только он начал разговаривать. Я хочу, чтобы ты кое-что подобрал из места, в которое ты пойдешь. Давай просто назовем это... Славный персонал, типа того. Ну ладно, пусть так будет. Истинное имя может быть раскрыто только тому, кто достоин этого. Мой отец, который был известен за его огромную магическую силу, использовал это. 200 лет ходом мукас. 怪異を封じるためにこの地に置き去りにされたと伝えられる. Говорят, что он потерян на этих, был потерян на этих землях 200 лет тому назад. Для того, чтобы запечатать зло. Злые силы. Соса! Да, именно. Бокно-чичикосо, коно Гримодаару-но кёки-о сизунета-моно.
Мой отец является тем, кто успокоил Гримдар. 200 лет назад, он был один из людей, кто сражался во время первого инцидента. Почему ты мне не говорил? Но он убил лорда. Я не знаю. Он мне не рассказывал. В любом случае, когда они чувствуют, что что-то не так, он остановил лорда, который воскрешал Сола, Архангела Тимы. Это все-таки вещи. Когда он это сделал, он оставил свои вещи для того, чтобы ограничить силы Сола. Это означает, что те вещи должны находиться сейчас вместе с Солом. Я из далеких земель, что находится далеко за океаном. Если у меня будет эта вещь, то я смогу полететь обратно к моей маме в лес. Лизером просилизился и вытер свои слезы. Понял? Будущее на твоих плечах будет. Удачи тебе, Демон Ге. Управляющая! С возвращением домой. Блин, я так беспокоилась. Опа. Посмотрите, кто вернулся обратно. Так, Франа посмотрела на вас. И пошла мимо вас, не сказав ни слова. Ну да, если я принесу ему наконец-то, что он хочет, он улетит наконец-то к своей маме в лес, и мы его больше не увидим. Ура! Я нашел способ избавиться от этого говнаря. Плохо, это все похоже. Неужели между вами двумя что-то случилось? Да, случилось. Франа небрежно пошла в сторону стойки и начала что-то писать на доске объявлений. The end of. Конец мира. Конец света. Конец света. А наемники начали паниковать. Что она делает? Мир. Конец. Да уж. Конец света? Что вы имеете в виду? Все так, как и произвучало. Архангел Тьмы, Сол, близок к своему воскрешению. Такими темпами Сол покинет Гримудар и уничтожит весь мир. Постой секунду. Да, постой минуту. Без ключа Сола это не произойдет. Да, именно. Постойте, я думал, что Луна, как бы уже сдалась.
Мазда-то. Да, так должно быть. Кедо, сакбан кара Гримодар-жо но жоку ни ижоуна марёку га атсуматте иру но. Секунду. Но злые силы. Собрались над замком Гримудар с прошлой ночи. Луна, похоже, нашла другой способ. Или, может быть, она нашла ключ где-то. Как это может быть? Управляющий, я не знаю, откуда вы пришли с этим рассказом, но я знаю наверняка. Нечто подобное не может произойти. Воу! Свет! Эй! Ребят, что такое? Что-то произошло в замке. Ребят, поближе подойдите. Наверху поднимите. Посмотрите. И место, в которое Франа указывал своим пальцем. Вы увидели жутко выглядящий свет, что сияет позади замка Гримдар. Гримодар. Что это такое? Постой, так ты хочешь сказать? То, что ты знал, это наверняка? Заткнись! Что там происходит? Я сама не совсем уверена. Но, скорее всего, это нехорошо. Ну, как бы это очевидно, что это плохо. Как я уже сказала ранее, это, возможно, худший поворот событий. Вам всем нужно решить, остаться или убежать. Меня не нужно спрашивать. Я остаюсь тут. В таком случае, я поступлю так же. Только лузер убежит прочь. Я не собираюсь вообще ничего говорить. А я останусь с вами, управляющий. А что ж мне делать-то? Да все останутся, очевидно. Если ты собираешься убежать, то делай это побыстрее. Но перед этим... Самый важный человек ничего не сказал. Именно. Многое что случилось, но... Я хочу, чтобы ты остался тут. Я не знаю, насколько дорог тебе этот мир, но... Но я уверена, что твои дни тут были замечательными. Ребят, ну не сказать бы, что мои дни тут были прямо настолько замечательные, но... Я хорошо провел время в этой игре. Это, по сути, можно считать еще за разбивание четвертой стены и разговор с игроком в каком-то смысле. Или я себя накручиваю. Ну, в любом случае. Обожаю такие моменты в играх. Да,
Ну, по крайней мере, это то, во что я верю. Если ты хочешь сразиться с Соло, пожалуйста, вернись обратно. Я возьму душу демона. Конец света. А я могу свалить? И оставить все. Пустянка верит. Ну вот именно, ребят. Мы сваливаем. Пойду-ка я. Правда. А где тут выход? Чтобы я свалил к чертям. Ну, пожалуйста. Не, ну, ребят, ну, после всего, что было, как я могу их всех бросить? Они же мне стали как родные. Они мне стали как... Ну, как семья. Виртуальная. Но не важно. Так, ладно. Да, как родные. Ну, как родные, чё. Я рада, что ты пришел. Ну, как будто я могу вас всех бросить. Ну, я всегда верила в то, что ты вернешь, что ты придешь, но... Ну, я немного беспокоилась. И правильно делала. Извини, я не хотела заставить тебя ждать. А чё, о нашей, скажем так, о неприятностях, о том, что она злилась на меня, забыла уже, да? Ну, хорошо. Девушки, блин, такие сложные, реально. Сегодня злятся, завтра уже нет. Я возьму душу демона. Взгляни в мои глаза. Хорошо, демон Уранус подтвержден. Вот твое вознаграждение. И 4 косаря. Какая щедрость. Эй, Валер. Франа выглядела нервной. Насчет то, что было на днях. Прости меня. Да не беспокойся. Блин, последний ответ мне нравится. Он просто замечательный. Так. Блин, если честно, я даже не знаю, какой взять. Так, я тоже плохо себя вел, плохо поступил. Ты наконец-то поняла, верно? Ну, как я могу отказаться от соблазна и не взять последний вариант? А вы что скажете? Так, не беспокойся об этом, ну, типа забей. То, как ты это сказал, не особенно мне нравится. Ну, ладно. Ну, короче, я не привыкла к такому роду вещах. Ну, я имею в виду...
О, господи, а какая же она все-таки ленивая. Так, я имею в виду, как ты... ведешь себя по-приятельски, по-дружески со всеми, что ли? Именно поэтому то, что сказала Лулу, очень сильно меня беспокоило. Ну да. Я была эгоистичной. И я не думала о чувствах других вообще. Мне действительно очень жаль. Ну ты поняла, что теперь гарем нужен. Но, Валер, есть еще одна вещь, за которую я должна извиниться перед тобой. Помнишь, что Лулу сказала? Насчет того, что случится с тобой после того, как демоны будут побеждены. Я пришла тоже к этому заключению. Когда все демоны, включая Соло, будут побеждены, мне нужно будет убить тебя. Ну, я думал, что я умру, но походу ей придется меня убить. Я по-любому умру. Ребят, ну вы поняли. Хэппи-энда нам не видать, походу. Почему? Пожалуйста, объяснись. Да я не против. Ну, Ниблер. Блин, что взять? Почему? Пожалуйста, объяснись. Или... ну ладно, мне срать. Убивать так убивать. Так, 3-3. Остальные. Силёнок-то хватит. Да, но скорее всего я смогу ее убить. И что будет потом, это уже хороший вопрос. Так, выбирай третий, только попроси, чтобы сначала связала. Ага, и чулки наделала. И ладно. А, я не против. Мне срать. Франа покачал своей головой. Даже если Сол будет побежден, до тех пор, пока какой-либо демон живет, он может быть воскрешен снова. Ну, да, как бы, логично, я же демон. Так, сорян, меня отвлекли. Я что-то семь меня сегодня прям отвлекает. Для демона, который имеет вечную жизнь, даже сотни лет, это мгновение. Ну да. Мгновение. Ну, кто знает. Мы просто задержим конец. Вот почему нам нужно. Вот почему мне нужно убить тебя. Это слишком много. Бросилась. Франа бросилась на диван. Все именно так, как мой отец и сказал. Я ничего не понимаю. Я не думал о последствиях. Я верю в тебя. Ты сдаешься? Подумай обо мне. Ну... блин, почему третий вариант такой офигенный всегда? Подумай обо мне. Ты совершенно прав.
А можно я на диван с тобой? Не? Валер, я обещаю тебе, я не сдамся до самого конца. Потому что я не могу оставаться с мыслью, что потеряю тебя. Должен быть способ. Нам нужно в это верить. Верно? Должен быть способ как-то меня спасти. Ну, надейся. Надейся. Так, увеличивает хит. И уменьшает дамаг, получаемый от заклинания. Помогает физическому дамагу. Хорошая вещь. Только Кронуса, Нептунию и Венус я не буду менять. Мне нужна экспа, мне нужна голда, мне нужна защита и мне нужен хил. Афун там вообще живой у нас в чате? Так, ну ладно, значит дальше... Дальше... А чё дальше-то? Ну, типа к следующему демону. Кстати, я хотел статистику смотреть. Так, моя комната. Playtime. 52 часа 1 минута. Убийств. Почти 4 косаря убийств. Неплохо. Блин, статистика неплохая. Мне нравится. У меня геймпад воскрешается, разряжается. Так, я нашел 47% только предметов из игры и 80% монстров. Серьезно? Так мало? Да. Так, ладно. Нам нужно к следующему демону. Только вот вопрос, где он? Слейв. Крейв. Демон. Плутер у нас дальше. Сюда. Кстати, да, я помню, тут были какие-то закрытые двери, ну вот сюда, но они что-то закрытые до сих пор. Ну как бы... Ну, понятно, Фуму. Это хорошо. Потом расскажешь, что там еще добавили. Так, ребят, у нас проблема. А тут двери закрыты. Ну, есть предположение, что мне нужен... Дельта, ну, как бы там... Он узнает, что там нового будет с нашими каналами. Так что это очень важно. Я же ленивая жопа. Вместо того, чтобы смотреть стрим админа, который рассказывает, что будет с Good Game, я сижу и стримлю Demon Gears. Так. Есть вероятность, что если я возьму Уранус, то у меня там все откроется. Хотя у меня есть сомнения, но все же.
Нету ничего. Тогда, я думаю, я знаю, что нужно сделать. Есть одна локация в замке, которую я не посещал. Скорее всего, возможно, там что-то лежит. Блин, ребят, я не могу поверить, что скоро я пройду эту игру. Я реально думал, что я ее заброшу навсегда. Но кое-кто мне в чате заставил взяться за старое. И пройти все это. И спасибо этому человеку. Я не жалею. Реально, ни секунды не жалею. Игра все лучше становится с каждым часом. Так. Блин, хотя сейчас секунду. Я сейчас быстро настрою сетевую плату. Надеюсь, у меня стрим не упадет. У меня просто вид подключена через кабель, через компьютер. Потому что модем слишком далеко. Точнее, роутер. А по Wi-Fi он... А по Wi-Fi мне надоело вбивать сраный код. Потому что, блин, без записочек неинтересно. Надеюсь, мне все-таки не придется компьютер перезагружать, потому что придется остаться сегодня без записок сраных. Да, придется, ну ладно, фиг с ним. Обойдемся тогда. Хотя... Так... То есть, Фумо, что мы получаем от этого? То, что, типа, если я поставлю галочку, то все нормально будет? Ну, типа, наверное, это хорошо. Почему эта срань не хочет коннектиться? Ладно. Обойдусь, к сожалению. Аналог 18+. Ну да, да, как я и думал. Ну, это типа хорошо.
Только попробую поставить. Ну, Фумо, вот на стрим аниме, особенно того, что будет стрим в воскресенье, в эту субботу, вот на это я поставлю. Потому что, ну, сам понимаешь. Так. Собственно, мы попали в эту локацию. И тут вроде бы никаких кругов нет. Так. А что будет? Увидишь в воскресенье. Я же говорил на прошлом стриме. Просто не хочу озвучивать, чтобы там запись осталась. Хотя, учитывая новый закон, который вступил в силу, да, 242-й, ну, как бы он меня особо не касается, но учитывая, что я стримлю на русских серверах, он все-таки касается. Ох, твою же, сколько говнарей тут. Нет, меня не заставят. Я ж не в России. Так что они не могут. Вот это точно они не смогут сделать. Даже если такой закон примут. Хотя, скорее всего, его не примут. Ты хитрый. А то. Ого. Ребят, прикиньте, я прокачал инту на максимум уже. Чё, серьезно? Да, я больше не могу давать очки на инту. Вот это прикол. Ничего себе. Тут что в игре, максимальный уровень 50 что ли тогда? Ну, кстати, Фуму, ну, как бы, при донате же Good Game берет... как бы свою долю 10%. И тем и они как бы сами по идее платят там налоги и все в этом духе. Так что по сути все это уже делается. Наверное, я так думаю. Но полоска не полная. Вот именно, что полоска не полная, но инта больше не качается. Ну, лайк, они хотят трясти стримера, который живет на территории Российской Федерации. А я живу... А я живу тупо в Италии. Блин, да что-то в России какие-то дебильные законы вообще. Какой-то фигней страдают вместо того, чтобы нормальными вещами заниматься. Этим политикам что? Ладно, давайте не говорить об этом. А то сейчас, знаете, все может плохо обернуться, все. Забыли, закрыли тему, все. Лайк. Не поднимай эту тему. Такой контент, это не мой канал. Не хочу я это. Все. Продолжите предупреждение и бан. Придут плохие дяди.
Нет, потому что разговоры о политике всегда ведут к срачу. А мне срачи и так хватает. По другим темам. Живучая тварь. О! Я попаду в нужную мне локацию. Нет. Так. Так. Ну, собственно, вот. Мы пришли туда, куда нам нужно. Ну что ж, погнали искать круги. Первый круг я уже вижу. Сраться не с кем. Ну, Фумо, как бы аудитория, да, но если там сейчас зайдет случайно какой-то чувак, то, знаешь, придет один, потом еще один начнется, может начаться срач. Но, к счастью, да. Так, ну, давайте я себе выбью, попытаюсь лук для Этны получше. Давайте вот это, и давайте трусы. Так, что у нас с врагами? Враги фигня. Ну, что-то они живучие. Ну, за один ход звали. Кстати, или мне кажется... Точнее, нет. Или враги уже, как бы, не особо сильными становятся. Потому что вот в предыдущей локации, что вот в этой, обычные мобы особо не отличаются. Они как были средние, так и остались. Или, может, я стал лучше играть. Хотя я знаю пару исключений. Окей, Фумо. Так, ладно. Сейф. Так, значит, у нас в этой локации 6 сраных кругов. 6 кругов. Один зачищен. Да. Ну, значит, завтра мы точно его добьем. Еще один круг. Так. Короче, учитывая, что... Там один демон, и скорее всего там сол будет еще в конце.
как минимум данж. Завтра будет большой стрим по Demon Gaze. Начнем с 6 и до упора. Завтра дойдем и куда-то. Как и рассчитывал, на этой неделе закончить, походу получится. Еще 5 кругов. Хотя я хотел бы еще Майнзиро, но... Майнзиро я смогу пройти его только если буду стримить в воскресенье и субботу. Причем целый день, ну или как минимум часа 8 каждый день. Что в субботу, что в воскресенье. Лайк, да, постгейм срать на него. Ого, магическую бомбу, нифига себе. Лид, не знаю. Legend of Heroes, который я играл, нет. Но, возможно, в Trials in the Sky, да. В Cold Steel вроде бы нет. Лид, знаю, знаю. Ведь изначально же вышла Demon Gaze, потом Demon Gaze Global Edition, собственно, которая вышла и на Западе. И добавили немного дополнительного контента, пару данжей. Там особо ничего интересного. Это можно забить. Ну или точнее оставить. Нет, забить и все. Ура, я открыл эту сраную дверь. Блин. Мне нужно вернуться в гостиницу и... Грибы. Все, хватит с нее грибов. О! Теперь Франа меня встречает и берет мои деньги. Никто лайк, я пройду игру и все, удалю и буду ждать вторую часть. Которая выходит уже в этом году. Вы поняли. И скорее всего, она будет сразу с Англом на борту. Это не подтвержденная информация. Но есть шанс. Будет, да, будет, будет, еще как. Так, пойду продам мне нужное говно. Продать. Честно, мне особо-то продавать нечего. Хотя тут есть ненужные эликсиры. Здесь штук есть, хватит. Не, лайк. То, что ты говоришь, sci-fi или типа того. Вообще-то у этих разработчиков есть еще несколько игр. Я забыл, как она называется, но вышла она давно. Она. Причем там очень интересный случай. Она вышла в 2000 бородатом году на ПК, потом ее сделали ремейк на Xbox 360, потом сделали третий ремейк на PlayStation Vita. И на Западе эта игра не вышла. Потом они еще сделали, ну, собственно, Operation Tokyo Abyss, который является ремейком древнего Dungeon Crawler, который вышел еще на
IBM, по-моему, или типа того, и он вышел, собственно, на Vita. Потом они сделали еще одну игру, Strangers of Sword City, которая сначала тоже вышла на ПК, потом сделали ремейк на Xbox, потом сделали еще один ремейк на Vita, и вот его выпустили на Западе только что. И в следующем году будет основа ремейк ремейка, который вышел на Западе в этом году. Короче, они упоролись. А, нет, Полуничок, к сожалению, они остановились. Там даже на Западе не выпустили. Но Stranger of Sword City, она вышла на Vita уже. И на ПК в июне выйдет тоже. Как бы она изначально там была. ПК теряет эксклюзивы. Я не удивлюсь, если Demon Gaze является ремейком чего-то там. Хотя нет, это вроде бы не ремейк ничего, к счастью. Блин, офигеть, у меня одна... От этого говна я сейчас разберусь потом. Вот нужно все разобрать. Так. Хил. Так, это нафиг. Тоже нафиг. Пивасик. Кстати, в игре есть пиво. Каждому углу валяется. Так, ну же нафиг, и их не использую вообще, смысл от них ноль. Ну, лечилки на 80-100, я тоже в них смысла особо не вижу, если можно брать нормально по 200. Но некоторые оставили, на всякий случай. Ладно, все. Значит, я зафармлю все до завтрашнего дня, и завтра надо зафармить достаточно еще для босса, так что завтра добиваем.